учебную поедете, добрый день? Зачем через учебную, там дорога плохая. Хруничева? Да. Какой номер? 11. Не могу вспомнить, где это. Где это? Район 33-й школы, где храм, татаркин магазин, в курсе? Ага, ну возле храма практически. Да. Составила алгоритм поездки. Что за зверь такой у вас? Алабач. Заболела грудная галлюцинация. Чем? Там не знаю. Дело в том, что я его покормила неправильной едой. Дала изюм, а ему нельзя. Конечно, нельзя. Но я этого не знала. Ну это еще ладно, полбеды. А привезла уже в ветклинику, сделали анализы, у него еще энтерит. Мне его продали с интеритом. И вот это второй день я уже сюда езжу, но до этого еще в нашей ветклинике была, вот в 33-й школе там же тоже. Ну, в общем, я только 6 числа его приобрела, понимаете? И мне уже сегодня 11, вот это вот я 5 дней. Ничего себе. За нормальные деньги, извините, 9 штук. И вот на лечение я уже выкинула. 1000. Через 200 метров на светофоре поверните налево на улицу Буденного. Сейчас 1000 с чем-то и на такси 1000. Ну короче, офигенно. А что делать? Жалко. Ну, запаха энтерита я не слышу. А я слышу. Обычно интерит ни с чем не перепутаешь. А мне вот слышно, от него пахнет. И вот поначалу вроде ничего, я маме говорю, мам, у меня такой запах, говорит, ну он в комнате ж, не на улице. Не, ну интерит там я же говорю, его ни с чем не перепутаешь. Такой запах, говорит, такой псиной воняет, от меня такой псиной берет.